Привет, мои хорошие. Ой, что-то так захотелось мне гренок, и я решила приготовить. Ну, если вам интересно, тоже вы можете остаться посмотреть, как я их делаю. Я уже, мне кажется, показывала. Еще хотела похвалиться вот такими вот зефирками, которые я делала на домашних вкусняшках. Мне очень они понравились. Такие вкусненькие, кисло-сладкие, потому что с вишней. Ну, их можно, в принципе, делать с любой ягодой. Заходите на домашние вкусняшки, смотрите, подписывайтесь. Я ссылочки иногда на этом канале, я иногда оставляю ссылочки внизу под видео. Вы можете зайти там любые ролики посмотреть, если вам интересно. Вот. Поднялся, говорю, ветер сейчас кошмарный такой. Я не знаю, успею я прогуляться, но записать видео тоже не знаю. Прям очень это сильный. Наверное, в ночь ливанет или посыпет. Что-нибудь, что-нибудь. Я закончу это видео, вот, в общем-то, так просто. Смотрите, если вам интересно, посмотрите. Что-то я так сегодня по-быстренькому. Я уже не знаю, что готовить, что это. 2 дня собиралась, но наконец-то сегодня вот сделала. Вкусно, быстро. Мне нравится. Я хотела прям вот на завтрак как бы сготовить с утра. Но не получилось, вот к обеду сделала, обед себе такой. Думаю, мне хватит чай попить. И вечером поужинать хватит. Пол батончика этого длинного багета. Половиночку как раз хватит. Ой, а вот это вообще вкусняшечка. Такая мягенькая. Вишня прям, ну, как зефир. Вкуснота. Сынуля, у меня как скажешь, мама, ну ты сладкоежка, ну не могу я без этого. Вот что хотите, делайте. Килограммы, конечно, набираю, потому что все готовлю. И куда деваться? Вроде вот стараешься, а все равно не получается. То одно, то другое, что-нибудь пробуешь, кушаешь. Да ладно. Пусть что будет. Хочу сделать гренки, мои хорошие. Посолила немножечко, да? Так, сейчас я еще сахарку сюда подсыплю. Не знаю, как вы делаете, пишите. А я так, сахар, соль, яйца и немножечко молочка. Пока немножечко. Вот это вот все сейчас размешаю. Вот так вот я делаю греночки. Что-то захотелось. Я еще вчера хотела сделать. Но не получилось вчера у меня. То одного нет, то другого. Теперь молочко вроде купила. Вот. Сегодня тепло на улице. До плюс 20 написано. Ну, выходила я, вот прям в халатике выхожу во двор всегда. Тепло. Сейчас вот голову помыла, приведу себя в порядок и немножечко еще погуляю. Ну, может быть, и вам покажу наше тепло. Солнышко, смотрите, когда светит вот чуть-чуть солнышко, в окошко на чашку попадает и кажется прямо темновато. Так, ну, сейчас я добавила еще молочка, чтобы было так побольше, куда макать. Вот. И сейчас буду жарить. И жарить буду на растительном масле. Добавила растительное масло и кусочек маленький сливочного масла у меня был. Я тоже сюда добавила. Сейчас растает. Батон порежу на кусочки, на долечки. Я уж не буду вам показывать, как я его режу. Я думаю, каждый знает, по-своему режет. Так, ну вот, все у меня зашипело, закипело тут. Все, сейчас я буду обмакивать и выкладывать. Так. Так, так, так. Пока режешь батон, вот, блин, он всегда вот такой вот какой-то, как бы сказать, сминается, видите? Его надо поправлять, как резиновый. Когда сам печешь, оно сдобный какой-то рассыпается, а этот прям вот резина. Грибочки. Форма, что ли, у них такая? Или яиц? Сдобы боятся лишних положить. Ну, в общем, как-то так. На том, наверное, экономят.
хочется упускать такой день сегодня теплый. Хочу прям пойти погулять. Выбраться, вырваться, короче. Завтра не знаю, какая будет погода. Завтра может, я говорю, сегодня так, а завтра может опять снег выпасть. Вообще непонятная погода у нас. Так, все, я сейчас это готовлю. Здесь тут стоит чайник, надо новый купить чай. Смотрите, какие они румяненькие стали. Сейчас попробую. Может быть, соли или сахара не хватает. Не знаю, а вы добавляете сахар или нет? Я всегда что-то добавляю. Потому что я пробовала один раз без сахара. Ну, не очень как бы. Вот сахарку добавишь, какой-то такой вкус улучшается. Вот. Как бы все делаю на глаз. Сколько молока, сколько чего примерно. Кто-то больше молока, кто-то меньше молока. В общем, вот так вот. Тарелочку я приготовила. Я не буду стелить на ее это салфетку. Пусть будет так, как будет. Мне больше нравится, когда они сочные. Ну вот и все. Получилось очень вкусно. Умеренно. Чуть-чуть слегка такая сластиночка. Ее даже, можно сказать, незаметно. И на соль. Все нормально. У нас поднялся ветер, вот я собралась, думаю, прогуляться. Поднялся ветер, ураганный такой, прям все сметает, я смотрю. Не знаю, дождь пойдет, наверное, или снег. Или снег, мои хорошие.